Друзья, и снова всем привет, и снова берег, место клево. День добрый. Добрый день. Как проходит ваш отдых? Хорошо. Довольны рыбалкой полностью. Рыбалкой довольны полностью, да? Полностью. И вашим гостеприимством. Слава богу. Что по хвостам, что по рыбе, что скажете по дистанциям, по наживкам? Подальше берет. Берет подальше? Подальше, не сблизи, подальше. Паста? Да, только паста. Только паста? Только паста. А в улове сколько на данный момент? Вот там внук скажет, у него там все. Пойдемте к внуку. Внук, давай показывай рыбу и рассказывай. Ага, научил ты все-таки своих ловить, да? Нет. Сколько хвостов поймал непосредственно ты? Три. Три? На да. Что? На пасту. Как отдыхается, как рыбачится у нас? Хорошо. Еще не вечер, хорошего отдыха и не хвоста не чешуи. Первым я поймал золотого карпа, которого мы отпустили, и он нам принес удачу. И он вам принес удачу. Золотая рыбка принесла вам удачу, да? Будем посмотреть, еще не вечер. Хорошего отдыха, не хвоста, не чешуи.